Башка рыжая торчит. Уже встал. Я балдею, когда он на солнышке валяется. Тетя Бусянька. Мама тебя потревожила. Выходит и на травку ложится. Такой интересный. Вот так, пошел смотреть. Пошел смотреть, кто там и что там. Всем привет! Я позанималась спортом. На мне обычная хлопковая одежка. Хотя девчонки просили записать комплекс упражнений. Вот когда я буду делать видео на эту тему, я, конечно, одену на себя что-то поприличнее. А сейчас вот так вот. Боже, когда я уже шлепки себе куплю? Они новые, ну вот собака погрызла вот этот монстр. Пока я делала зарядку, посмотрела, пришла посылка Amazon. Вот я выбежала, уже одну коробку занесла, а там коробочка побольше. Вот такая она тяжелая. А я смотрю на свои цветочки, они бедные попадали. Гладиолус, видите, как выгнулся. Не выдержал испытания. А этот вообще прекрасен. Алый цвет расцветает. Здесь еще раз, два. Придется все-таки их подвязывать. Не знаю, у меня они все время падают почему-то. Я не огородник. Так, как я уже сказала, мы собираемся на пляж, на океан. На неделю. Ого, я так одной рукой не затащу. Это вот пэт-барьер. Такой вот забор. Короче, в этом отеле, где мы остановимся, это старый отель. Там огромный балкон, но нет перегородки. Как бы. Поэтому я это туда буду везти. На океан. Пусть ты уже проверил коробочку. Ого! Тяжеленная, блин. Капец. Так, пол четвертого. У меня легкий завтрак. Два яйца жареных. Помидорка черри. Захотелось такого томатного соуса с кусочком сыра. Так, вот переверну. И руккола. Она уже мытая, можно брать и накладывать. И Буська кушает. В общем, вот это вот, вот этот вот барьер. О, Буся, Буся, Буся. Коробочки любит, да? Нужно обновить все. А это ножки. Зря я их купила, потому что, когда я потом внимательно посмотрела, здесь должны быть уже ножки. Нужно его положить, потому что Буська его... Вы что творите? Папа приедет, пусть разбирается. Вот эта вот Буся уже от этой коробки не отходит. Он уже на ней и полежал, и поиграл, и погрыз. Он привык, что все его коробочки мы ему даем играться с упаковкой бумажной. Буся, нет, а это я ему не разрешаю. Но он просто одного не понимает. Он понял, что это для него. Но он не понимает, что эта штука может ему не понравиться. Потому что вот это вот все складывается. Здесь вот калитка. И из этой вот штуки можно сделать еще такую квадратную, как клетку для собак. Так что, Буся, я тебя буду арестовывать. Да, можно поставить, кстати, вот здесь вот. Здесь будет калиточка, допустим. Потому что мой муж иной раз выходит на улицу, не следит за собакой, собака за ним.
выбегает. И потом мы все дружно и долго ловим. Буся, я сказала, нельзя. Нельзя это. Нет, не сейчас. Потом мама даст. Играйся. Вот у тебя игрушка есть. На. На. И... Ну, в любом случае, даже если вот гости придут, можно будет здесь перегородить. Или, например, вот муж иногда носит из машины товары, продукты, тоже здесь будет, если перегорожено. То есть я вынуждена забирать собаку, ходить вниз и там внизу сидеть, пока он при открытой двери все поносит. Я хочу сейчас распаковать, посмотреть, какой высоты. Потому что, в принципе, я... лоханулась и заказала меньшую высоту, чем хотела. Вот сейчас посмотрю, что это такое. Так, распаковала, отлично. Как раз ему по росту подходит. Даже если он встанет на две лапки, видите, здесь косточки, и она была по скидке. $115 стоит. Я думала, что заказала за 150. А на самом деле ошиблась, короче. За 150 было выше, вот так вот, немножко выше. Ну, нормально. Я думаю, что он не перескочит через нее. Бобби вот такой вот, где-то до половины. Уже муж позвонил. Едет домой. Это собирать. Нет, это даже собирать не нужно. Отлично. Отлично. Так, здесь инструкция. Вот. Разве что ножки вставит. Вот молодцы. Видите, какую клетку можно из этого сделать? Такой загончик. Для непослушных собачек. Все это срочно нужно убирать, потому что он сейчас натворит мне здесь. Это пенопласт. Упаковка. Не дай бог. Вот ножки. Ну, а я нахера заказала еще отдельные ножки аж за $40. Вот. Это для таких вот непослушных котиков и собачек. Штуковина. Ты еще не знаешь, что это такое. Классно упаковано, кстати. Посмотрите. Чтобы оно не билось, вот здесь вот все это. Прокладочки такие мягкие. Нет, ну он же свое найдет. Буся. Все ему надо. Посмотрим, как она. Я даже не знаю, как она раскладывается. Ага, вот. Гармошка такая. Раз. Что это? Дай маме. Покажи. Бумажка, дай сюда. Бумажка. Ладно, на, играйся. Можешь драть. Ой, господи. Так, мне уже нравится. Буся, ну все, ты попался. Ты, дружок, попался. Да, да. Ты еще не знаешь, что твое счастье пришло. Класс. Бусяня, ты где? Бусенька, где ты маленький? Ты попался. Иди сюда к маме, иди сюда. Ну иди. Вот здесь вот такая дверка, так открывается. Раз, калиточка, раз, вот так вот, раз. Давай, выходи. О, так, все, освободили тебя. Не, я сейчас вот туда посажу, если ты будешь баловаться. Он, конечно, через эту скамейку перескочит. Бобби! Стоп! Вот что осталось мужу. Ножки эти поставить. Может, я сейчас сама сделаю это. Нельзя это! Избалованный. Не. Все, ножки поставила. Шикардос. Отличная штука. Но я же говорю, мне это нужно на океан, потому что там огромный балкон в этой гостинице, где мы остановимся. И одна часть полностью раскрыта, что можно сбежать к соседям. А мне это совершенно не нужно. Мы в прошлом году просто закладывали все это чемоданами. Вот. А в этом году
поедем с этим заборчиком. Кстати, оно так и складывается удобно. Вот эта вот штука в разные стороны вертится. Видите? И сюда. Вот. Можно сложить в любую сторону. И легко ножки надеваются. И нахрена я это купила, сама не знаю. Не умею делать возвраты через Amazon. Еще есть какие-то два штырька таких, не знаю, что это. Отлично. Гуся, я ж тебя могу арестовать. Да, я ж тебя арестовать могу теперь. Ой, не могу. Да, мама тебя арестовать может. Что, Буся, пойдешь в клетку? Кстати, я это могу оставить ему в качестве домика. Собаки любят, чтобы были вот такие у них тоже укромные местечко. Классная штука. А это что? А, это, наверное, сюда. Если сделать... Ага, я поняла. Эти штырьки вот сюда вот надеваются. Наверное. Наверное. Чтобы сделать вот такую вот клетку. Вот такой вот домик. Да? Или нет? Да? Наверное. Куда еще? Два штырька там. Пока что здесь вот так вот оно. Ну что? Бросить ему туда подушку. И будет у него свой домик личный. Классная штука. Гуся, куда ты ее прешь, свою подушку? У него хорошее настроение, потому что он покушенный, покаканный. Да, Буся? Смотри, что можно сделать. А ну, иди сюда. Надо убрать все. Смотри, смотри. А ну. О, какой тебе домик. Дай маме. Нельзя с этим играться, подружь. Буся, стоп. Стоп, сказала. Стоп. Молодец. Стоп, нельзя. Нельзя. О, смотри, какой у тебя домик здесь. Давай, иди сюда. Залезай. Оп. Домик у тебя, да. Давай, залезай туда. Иди сюда. Иди сюда, залезай. В домик залезай. Ой, так залезай. Ай, как хорошо. Ай, молодец. Тебе понравилось? Все, Буся в домике. Буся в домике, да? Ты зима, а я в домике, все. Это все мое, правда, малыш? Папу ждет, папа уже домой едет. Я часто встречаюсь с людьми, которых вожу. У них всех собаки, это члены семьи. У них все есть игрушки и прочие дела, все. Но мне на голову пришел один такой курьезный случай, когда я зашел к своим знакомым. У них была очень маленькая квартира, и собака сидела в металлической клетке. Я не знаю, почему они ее держат в металлической клетке. Но эта женщина мне сказала, что, говорит, собака уже привыкла к этой клетке, она всегда сидит в этой клетке, это ее домик и все. Нет, Вова, ты сказал по-другому. Скажи так, как ты сказал перед этим. Я тебе сказал, что держат собак в клетке. Да. Держат собак в клетке и боятся, чтобы эта собака им не обписала диван или еще что-нибудь там это самое... не накакала в доме, поэтому они держат собак в клетке. И что? Издеваются над животными. Вот так вот и говори прямо. И для собаки воля только то, что они... Что? Наша собака живет в доме и имеет возможность пользоваться всем, что да, есть в доме. Да, но есть случаи, что просто собака живет в клетке, в квартире у американцев, чтобы не попортить мебель. И для этой собаки воля только то, что ее на полчаса, дай Боже, выгуливают на улице. Да. Ты сейчас это сказал, да? Да, да, все. Так, ребята, сейчас вот монтирую видео. Мы получили посылку с Amazon, такой барьер для собак. Муж сейчас прокомментировал. Кстати, у меня была тоже реально такая ситуация, я пришла в полный ужас. Когда я жила в Детройте,
и работала на клининге, и обмывала все эти богатые, так сказать, американские квартиры. И там была такая ситуация, что собаки действительно там сидели в клетках, стояла в комнате три клетки. Эти клетки были меньше, чем эти собаки. Вот. И я в эту клетку, это были металлические клетки, представьте себе. Я в эту клетку вот так вот просто лила водой, просто на дно, чтобы собака имела возможность похлебать этой воды. Потому что хозяева знали, что приедет клининг-служба. И я не знаю, как там эти собаки содержались. Может быть, их закрыли, когда вот мы там работали, или постоянно они там находятся в этих клетках. Это был полный ужас и шок для меня. Это были собаки ростом с ротвейлера. Я даже им подбрасывала туда свои какие-то бутерброды, печеньки. То есть я уборщица, понимаете? И я когда увидела этих собак, я пришла в полный ужас. Вот, ну, как бы, если бы я заказывала даже клининг-службу, наверное, я бы присутствовала в этом доме и следила бы за собаками, возможно, вышла бы с ними погулять. Но, похоже, там эти клетки для этих животных, ну, считаются нормой. Для меня это был полный шок. Вот мы сегодня Бусику купили барьер, просто так, чисто поржать, как бы у нас Бусик хозяин в доме, он нам все эти вот углы подписал, кстати, там есть описанные обои, мы не можем просто найти замену, чтобы купить и как бы отремонтировать, но мы его просто любим, обожаем, и ну, как можно так издеваться над животными? Я не понимаю. Таких случаев, к сожалению, в Америке очень много. Вплоть до того, вот если взять даже разведение собак незаконное, и все это как-то там, знаете, как спонсируется, покрывается. Это та же коррупция. Вот. И мы Бусика взяли тоже без прививок, больного. И по документам, как бы он был породистый, но на самом деле все это в Америке также сложно. Хотя, вот говорят, здесь нет бродячих собак, но вот содержание в доме именно никто не отслеживает. У меня там вот за мной есть балкон, сейчас там веселятся, жила собака, которая просто целыми днями выла напролет, то есть несмотря на жару плюс 40 градусов, несмотря на холод, она просто выла. Это продолжалось в течение целого года. Сейчас я не слышу эту собаку. То ли соседи пожаловались, то ли, может быть, я не знаю, куда ее дели. То есть собаку просто не пускали в дом. Как она вообще выживала в этих условиях, я не знаю, была ли там вода у нее, еда, но собака просто выла на этом гребаном балконе. Ну, потому что, очевидно, для этих хозяев мебель, их квартира была важнее.